Маша. Правильно я пришел? Да. Здравствуйте, дети. Знаете, как меня зовут? Дед Мороз. Правильно. А стишок знает кто-нибудь новогодний? Да, я знаю. Рассказывай. Шел по лесу Дед Мороз, мимо кленок и берез, мимо брось, мимо пней, шел по лесу 8 дней. Он по бору проходил, елки-бусы нарядил. В эту ночь под Новый год он ребятам их снесет. На полянке тишина, светит желтая луна, все деревья в серебре, зайцы пляшут на горе, на пруду сверкает лед, наступает Новый год. О, какая молодец! Иди, дедушка, тебе подарочек придет. Сейчас найдем подарочек. Алекс, а ты стихотворение знаешь? Нет. Да, знаю, все знаю, рассказывай. Спасибо. Ничего себе. А ну, Алекс, рассказывай стихотворение дедушке. Рассказывай дедушке Морозу стихотворение. Иди сюда. Давай. Рассказывай. Вот и дедушка Мороз. Вон в лесе лягушки. Вон пошелся по таткам. И все. И пошел за подарками, Алекс принес. Так, Алекс, ну, дедушка тебе подарочек тоже принес. Держи. Ничего себе, какая красота, какой Дед Мороз. Так, у нас еще Оксаночка стихотворение знает. Оксаночка не выучила стихотворение. Мы думали, что только для детей, детьми учили. Значит, Оксаночка, вот... Спасибо, Дедушка Мороз, спасибо. Так, а где у нас еще Сереженька тут? Сейчас посмотрим. Он письмецо писал дедушке. Сережа, иди. О, какой, дедушке. Вот он где Сережа. Вот какой хороший мальчик. Кушать готовит, помогает. Да, он... Какой хороший мальчик. Очень хорошо себя вел он в этом году. Да? Да, Сереженька, рассказывай дедушке стихотворение. Что, еще стихотворение? Рассказывай. Стихотворение. Скажи-ка, дядя. Ведь Москва, спаленная пожаром. Ну так шла, хватит. О, какой молодец, Сереженька, стихотворение выучил к Новому году. Сереженька, подарочек тебе дедушка принес. Да ты что? Держи. Дедушка, вот это спасибо. Пожалуйста, детки. Дедушка, ты же не уходи, я налью, ты что? Сейчас. Дети дорогие, от всех с наступающим Новым годом, дедушке нужно идти дальше. Еще много детей. Снежок выпал на улице. Пошел, дедушка. До свидания. О, спасибо, дедушка. Тебе до свидания. Есть дедушка.